вид на Молитвский мост, который пока у нас обездвижен уже недели три, ждет результатов тендера на ремонтные работы. Так что пока довольно странно видеть замерший Молитвский мост. Еще один вид на Молитвский мост, на реку Ака. Вот это уже самый конец реки Ака. Где-то там она впадает в Волгу и заканчивает свое существование. Или растворяется в водах реки Волга.